Всем привет! Сегодня снимаю вторую часть своего видео о том, где хранится моя косметика. Уже третий раз начинаю снимать видео. То вся сетка пришла, то еще что-то происходит. Вот. Сейчас одну минуточку. Так. Вот. Ну, начну, наверное, с этой коробочки. Так не буду подробно доставать. Только что доставала просто это. Вот. Такие, в принципе, есть вот такие браслеты разные. Вот такие из камней, там часы лежат мои. У меня коллекция часов. Еще такой браслетик с подвесочками. Такие вот часики лежат. Ну, их летом люблю носить. Дона Карен Нью-Йорк, все знают, это яблочко, эти духи. Вот эти такие часики. Потом серьги ручной работы, не знаю, знаете ли вы, Гуфа, рэпера, исполнителя. И у него есть жена Айза, которая делает такие серьги. Раньше просто можно было заказывать, встречаешься с ней, она тебе отдает. А теперь она открыла свой магазин между площадью Революции и Охотным рядом. Вот, и теперь, теперь можно там приобрести вот эти серьги. Также вот эти серьги от нее. Вот это серьги с ионитами, такие как бы праздничные. Такие сережечки. Это тоже серьги от Айза. Такие вот серьги. Ручной работы я на выставке покупала. С ежевичками. Ну, там еще сережечки. Тут тоже лежат мои украшения. Вот такое кольцо из Америки я заказывала. Тоже оно есть в моей группе. На Новый год я его одевала. Очень красивое. Такие всякие колечки, всякие подвесочки. Такое колечко из Эчема. Сережечки. Такое колечко с тремя цветочками. Такое вот с бабочкой, вот номинейшн. Также еще есть у меня такой браслет. Подвеска сейчас на шее висит. Это из стали. Украшение очень красивое. Браслетик от Сваровски. Такое вот серебряное. Практически все, ну, много и бижутерии, но много и серебра. Золотые украшения я не ношу. Такие вот. Да, тоже серебряная. Такой вот браслетик от Сваровски в этом году. То ли обезьянка у них, то ли тигр. Это как бы создается коллекция. И фонд помощи там животным всяким. Вот какое изображено животное, туда как бы какая-то там сумма денег перечисляется. Вот такое. К сожалению, из них вываливаются камни. Будь то это Сваровски или не Сваровски. Не знаю, к миру я не доеду. У меня много уже изделий, из которых вывалилось. По камушку по два надо отвезти в магазин Сваровский, чтобы они сделали. Вот его красивая панда. Тоже украшение от Сваровски. Слава богу, из него еще не вывалилось. Это вот самое дорогое в моей коллекции. Тут он мне папа подарил. У него все двигается. Вот. Сваровский. Значок лебедя. Еще одно украшение от Сваровски. Уже помню, не знаю, придется или нет. Это будет мишка зеркальный. Это мама покупала какой-то жемчуг и придали такое кольцо. На лето, наверное, ничего будет. Тоже серебряное колечко с бабочками. Это от Swatch. Точек. Это из Ивана. И вот еще крестик есть от Сваровски. Тоже в нем. Вот здесь вылетел камушек. Вот. Такой вот с мишкой. Такие вот украшения. Положим все обратно. Я пока не придумала, как это все более удобно размещать. Вот. Также здесь стоит вот такой вот мишка красивый. С бусиками. Девочка.
лежат мои. Лежат мои часы. Это от ГЭС, от Swatch и Blue Marine. Здесь вот духи мои. Надеюсь, я сделала отдельно немножко видео. Здесь стоят мои кремики. Крем от Body Shop. Крем-гель ночной для проблемной кожи. Ну, не скажу, что он прям что-то там как-то мне помог сильно. Неплохой, но запах специфический, он не всем нравится. В следующий раз я не куплю уже его. Это корейский крем ночной, сужающий поры. Мне начинает казаться, что он скатывается у меня. Потому что когда я утром провожу его по лицу, ну понятно, что она как бы после сна немножко жирная и все. Но немножко он скатывается у меня. Мне очень понравилось тоже. Я вчера купила крем-гель для век. Чистой линии. Увлажняющая эмульсия. Да, мне нравится, неплохая, но довольно долго впитывается. От клиник Anti-Blemish Solution. Это прыщики на прыщики мазать. Очень хорошая вещь, действительно. Очень быстро убирает прыщики. Просто моментально. Обалденная штучка. Просто фанат. Увлажняющий, успокаивающий крем от Garnier. Неплохой, действительно, увлажняет. Очень даже неплохой. Крем от Clinique, конечно, это мой фаворит. Вот уже бутылочка у меня сколько там осталось. Гель для лица. Он, конечно, незаменимый. Закончится, я еще куплю. Крем от Body Shop. Увлажняющий крем морковный. Ну, это когда уж очень сильно высохнет кожа. То есть у меня кожа вообще жирная. Иногда вот. И тоже мои любимые диски от Body Shop с чайным деревом. Это уже вторая баночка. Вот. Ставим все обратно. Ну, я разочаровалась. Думала, будет как-то. Не знаю, еще попробую. Может быть, мне показалось. Может, что-то другое было. Вот, стоит тут жвачка корейская. Такие конфетки корейские. Но вы не думайте, я живу в Москве. Можно подумать, что я живу в Корее. Такие конфетки красивые. Очень красивая коробочка. Ободочек лежит. Весной я очень люблю. Весной, осенью, когда не холодно. Люблю носить пиджаки и на них вот прикалывать такие всякие брошки. Чехольчик лежит. Какая-то открыточка. Здесь вот мишка такой из Испании сидит. Еще одна брошка. Самая любимая, такая красивая. Прям суперская. И здесь... лежит каталог Сваровски. Лежит такой блокнотик от Шанель. И лежит от Тойс. Тоже каталог. Очень красивый, конечно, у них все украшения. Вещь падает. Вот. И тут такая коробочка, где хранятся пробники. Духи от Джианши, духи от Кензо, которые вот я как раз попробовала и купила. Вот эти вот они стоят. Вот Ив Сен Лоран. Тоже очень хороший. Очень хороший запах. Босс. Босс Оранж, по-моему. Но они мне очень нравятся. Лолита Олимпика. Интересный запах. Он такой своеобразный. Тональный крем от Виши пробничек. От Ланком пробничек. Еще Живанши. Вот это они очень любят давать. Духи Живанши. Еще как раз двое духов Живанши. Терри Минглер, по-моему. Энджел. Очень нравится запах. Я думала покупать мне. Ой, полноформатный или нет, но, наверное, все-таки я не выдушу. Было бы 15 мл, я бы купила. Уже 30-50, потому что они действительно прям чуть-чуть их надо, иначе можно задохнуться. Лулу Кастаньетта пробник, но эти духи мне новые, у них не понравились. Вот эти духи очень мне нравятся, Нарцисс Родригес. Хочу такую полную версию. Это пробник немецкий какой-то, крем. И еще там один.
Вот такие пробнички. Не знаю, пробники так редко дают, так хочется, чтобы это было чаще, так приятно. Действительно, пробуешь и понимаешь, надо он тебе или нет. Ну а так попробуй, пойми. Вот. Это сюда. Ну, я думаю, что уже дальше я расскажу. Отдельное видео сниму про духи. Отдельное видео сниму про эту коробочку. Здесь хранятся блески. И отдельно сниму уже о том, что лежит в моем ящике. А вот, кстати, здесь еще одни серьги от Айзы. Но я их ни разу не так и не одела. Уж очень они большие. Не знаю. Как-то они мне не прижились. Вот и расскажу, что здесь вот у меня лежит. В моем царстве. Всем пока!